Доброго времени суток, народ! Всем штатам Миннесоты! Всех с праздником жизни! У меня пятница после обеда, но у вас, естественно, если вы смотрите, уже суббота. Так что выходные пришли к вам, а меня еще только завтра ждут выходные. Но завтра у меня рабочий день, как обычно, а потом я буду в воскресенье отдыхать, перезагружать часы. Местное время здесь 15:38 и 52 по Фаренгейту. Периодически на дорогах трафики, потому что это после обеда, естественно. Это естественно. У меня сегодня такой денек быстренький, везде так по-быстренькому я и разгрузилась, по-быстренькому загрузилась. И проехаться хорошо, ну, так нормально будет, проедусь я хорошо сегодня, если не будет сильных трафиков, сильных везде там каких-то катаваси на дорогах, будет нормально. Штат Миннесота, красивый день сегодня, солнышко, здесь прохладно так, не сильно жарко, но для весны это красивый день, я бы сказала, солнце, такое небо красивое у них. Приятно ехать по такому дню, ничего не скажешь, жаловаться не на что. Я немножко о себе расскажу, так как сегодня комментарий был типа рассказать для новачков, кто я, что я. Я с Украины родом, в 94 году. Моя семья, на тот момент папа, мама, решили эмигрировать в Америку, мы все переехали с семьей. И с этого, с 94-го я проживаю в Америке. Жили мы поначалу в Баффало, Нью-Йорк, а потом я переехала в Айову, мне нравится, и живу в Айове уже долгое время. Так что 5 лет уже работаю в сфере дальнобоя. Вот такая моя биография. Коротко и ясно, да? У меня есть сынок. Ему будет в августе 26 лет. Его зовут Марк. Так что вот так как-то. Вчера после рабочего дня, так как я уже на работе давно, уже в рейсе, наверное, месяц целый, центр красивый, то я вчера перестирала, пересушила все свои вещи. Это уже надо было сделать, потому что реально собралось много после месячной, куда-то дороги месячной. Хорошо, что есть на Страхстапе эта возможность делать это, потому что иногда, ну я, например, не знаю, в Европе как, ну, наверное, это сложно, да, когда живешь месяц на дороге, что не можешь даже постираться, посушиться, да. Но у нас в Америке, слава богу, с этим нормально все, там 2,50 стоит стирка, 2,50 сушилка, по-моему, ну, короче, копейки. Порошок я всегда свой вожу, у меня в баночке, в бутылке, ну, Тайд, я любитель Тайда. И мне, наверное, рекламу надо делать Тайда, потому что я всегда всю жизнь пользуюсь Тайдом. Так что у меня в траке чистенько, все перестирано. Take exit 107A on the left to I-94 East, then keep left. Центр красивый. По-моему, это Миннеаполис, Миннесота. Могу ошибаться, может даже и Сент-Пол. Я что-то не обратила внимания. Либо это Сент-Пол, либо Миннеаполис. Посмотрим. Ну, неважно, короче. Неважно. Неважно.
Берем 94-й фривей. Доставка в Огайо в понедельник. Так что сегодня, завтра приеду, в воскресенье буду отдыхать, перезагружу часы. Будет все как надо. Дакоте сегодня утром такой дубак был, и мне еще надо было заправку делать. Ой, как это было холодно, сыро как-то холодно, поэтому хорошо, что я оттуда уехала от этих холодов. Холодов Норд-Дакоты. Одно только, что меня не радует, что мы будем сегодня проезжать Чикаго, и там, конечно, ну, надеюсь, что уже к тому времени не будет трафика. Хотя, а может, я еще сегодня и не доеду до Чикаго. Там, получается, мне еще 254 миля. Я думаю, что сегодня Чикаго непреодолеемый. Это будет завтра с утра, а с утра там трафика не очень много. Еще и хорошо, я обычно стою раненько, так что и мы проскользим. Свет и трафики чикаговские. Ну что, народ, всем спасибо, что вы со мной прокатились, всем спасибо за лайки, за комментарии, мне очень приятно. Новых подписчиков еще раз, добро пожаловать на мой канал, вы стали самыми-самыми лучшими подписчиками в Ютубе, потому что вы мои подписчики. И я с вами не прощаюсь, как обычно, говорю до свидания, всем замечательных выходных. Всем пока!